В Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области состоялось торжественное награждение победителей и призеров 5-го чемпионата мира по муай-тай. Представительный турнир прошел в столице Таиланда, Бангкоке. Ну вот наши ребята выступали на этом крупном таком чемпионате, где принимало участие более около 60 стран. То есть как бы выступить на родине тайского бокса, на родине муай-тай и завоевать призовые и чемпионские титулы, это как бы очень приятно мне как руководителю и тренеру. И как бы я горжусь своими воспитанниками. Благодарственными письмами спортсменов и тренеров наградил заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Александр Фабрициус. Победителями чемпионата стали братья-близнецы Станислав и Владислав Поповы, серебряным призером Лизат Акылова, бронзовым Полина Архипова. Очень доволен своим результатом. Все бои были очень тяжелые. Хочу выразить благодарность нашим тренерам. Это Олегу Владимировичу Кудринскому, Татьяне Юрьевне Кудринской за их поддержку, за поддержку родителей, друзей, как бы благодаря их поддержке, их наставлениям мы победили на турнире. Теперь ребята готовятся к чемпионату Европы. Он пройдет в августе в Украине.